В администрации области обсудили ход реализации в регионе указов президента страны. Заседание межведомственной комиссии провел руководитель блока финансово-экономического развития области Юрий Парахин. Я предлагаю в рамках того регламента, который у нас существует и у всех присутствующих должен быть на руках, заслушать выступление представителей отдельных блоков правительства Орловской области. Среди важнейших задач, которые предстоит решить чиновникам – развитие образования и науки, повышение квалификации и поддержка врачей, обеспечение граждан доступным жильем. Обсудили собравшиеся и планы на ближайшую перспективу. Это открытие многофункциональных центров в Ливнах, в Амценске, в Северном районе Орла, а также в Крамском районе.